Сегодня в стране отмечается День образования службы специальной связи России. Как осуществляет свою деятельность одна из системообразующих организаций российской экономики в Карачаево-Черкесии, расскажет Али Баташев. Каждое утро рабочей недели Андрей Сорокин приезжает в здание, расположенное в Черкеске по адресу Пятигорское шоссе, 22. Общий стаж его работы в спецсвязи – 5 лет. Служебный транспорт во дворе предназначен для решения главных задач ведомства. Перевозка секретной корреспонденции, драгоценных металлов и денежной наличности, наркотических и психотропных веществ. Для доставки корреспонденции грузов спецсвязь использует собственный автотранспорт, в том числе и бронированные автомобили, а также транспортные средства, в которых поддерживается определенный температурный режим на протяжении всего маршрута. Перевозка осуществляется как по региону, так и по всей стране, а услуги оказываются государственным структурам, бюджетным и коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и другим физическим лицам. Спецсвязь имеет широкую филиальную сеть по всей стране. Это 77 управлений, 138 отделений и пунктов. Перевозимый груз может быть живым. В частности, если вам необходимо перевезти лошадь, не опасаясь за ее сохранность, то в спецсвязи есть для этого все условия – вооруженная охрана и специальный транспорт. Кстати, услуга перевозки чистокровных лошадей есть только в Карачаево-Черкесии. Грузы на всем пути следования сопровождаются сотрудниками, фельдъегерями, вооруженными служебными оружием. Государственный статус компании – это высококвалифицированный персонал, современная материально-техническая база, инновационные цифровые решения и высокие стандарты безопасности. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить сотрудников, всех работающих, пожелать им здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе. Главный принцип работы предприятия – полная сохранность перевозимых отправлений и их своевременная доставка. За все время работы филиал управления спецсвязи в Карачаево-Черкесии показал хорошие результаты и является надежным поставщиком транспортно-логистических услуг, гарантирующих сохранность веренного груза. Али Баташев, Анастасия Лой, Вести Карачаево-Черкесия.